Последний супервторник американских праймерис принес победу Хиллари Клинтон в крупнейших штатах Калифорния и Нью-Джерси. Она набрала достаточно делегатов для получения номинации от Демократической партии. И это уже историческое событие. Еще никогда в США женщина не становилась кандидатом в президенты от какой-либо из ведущих партий. Но это только начало. Хиллари поддержали супруги Обама, теперь в рядах сторонников Клинтон два президента – Билл и Барак, и одна первая леди – Мишель. Но поможет ли это победить свирепого Трампа? Свидетелем истории стал корреспондент «Голоса Америки» Роман Мамонов. Хиллари Клинтон ждала этого момента много лет. Был шанс в 2008-м, но помешал молодой и яркий Барак Обама. В 2016-м дорогу едва не перешел пожилой, но зажигательный Берни Сандерс. Но все-таки это случилось. Впервые в истории нашей страны номинантом на пост президента США от крупной партии станет женщина. Но меня больше всего волнует история страны, которую еще предстоит написать. Наши дети и внуки будут оглядываться на нынешнее время и на те решения, которые нам предстоит принимать, на цели, к которым мы стремимся, на принципы, ради которых мы живем. И мы должны сделать так, чтобы наши дети и внуки гордились нами. Конец праймерис – это лишь начало работы, которая нам предстоит. По итогам последнего супервторника, когда голосовали 6 штатов, Клинтон победила в 4. Главное, обойдя Сандерса с внушительным отрывом в Калифорнии. Хотя еще накануне соцопросы обещали ничью. Одна из туристических достопримечательностей Сан-Франциско, утопающая в цветах Ломбард-стрит, считающаяся чуть ли не самой извилистой улицей Америки. Этакая аллегория на весь этот процесс праймерис в предвыборной кампании. Красиво, эффектно, с неожиданными крутыми поворотами, преодолеть которые оказалось не под силу даже политическим профессионалам. Зато с отсутствующими тормозами Дональд Трамп легко преодолел всю дистанцию. А вот Хиллари Клинтон всю дорогу давил на тормоза Берни Сандерс. Сандерс надеялся на победу в Калифорнии, которая дала бы призрачный шанс на победу на съезде. Но проигрыш в самом населенном штате Америки поставил крест на этих надеждах. В четверг Сандерс встретился в Белом доме с Обамой, после заявил, что намерен обсудить с Клинтон совместную работу. А буквально через час случилось самое неожиданное событие недели. Штаб Клинтон опубликовал видеозаявление президента в ее поддержку. Я знаю, как нелегка может быть эта работа. Поэтому я знаю, что Хиллари с ней хорошо справится. На самом деле, я даже не знаю, был ли когда-нибудь человек более квалифицированный для этой работы. У нее есть мужество, сострадание, сердце. Все для того, чтобы справиться с поставленной задачей. Я хочу, чтобы те из вас, которые были со мной с самого начала нашего удивительного пути, узнали первыми. Я за нее. Я горю энтузиазмом и не могу дождаться, чтобы включиться в кампанию и начать агитировать за Хиллари. Поток позитивных новостей для Клинтон резко контрастирует с проблемами Дональда Трампа. Его атаки на федерального судью, рассматривающего дело о мошенничестве в университете Трампа, даже сами республиканцы назвали вопиющим расизмом. Срочно пришлось менять поведение и тон речей и переводить фокус на других. Последние опросы показывают, что я побеждаю Хиллари Клинтон. Из-за всех ее проблем и серьезнейших ошибок, которые она допускает, мы ожидаем, что наш рейтинг будет расти. И скоро я намерен произнести речь и рассказать о всех делишках, которыми занимались Клинтоны. Это будет интересно и информативно. Так что агитационное затишье будет недолгим, а главные ушаты политического компромата еще впереди. Сейчас республиканцам и демократам предстоит перегруппировать силы для главной битвы в ноябре. Роман Мамонов, Анатолий Кашенко, «Голос Америки», специально для RTVI, Сан-Франциско, Вашингтон, США.